Здравствуйте. Вот я вам рассказываю, какая у меня история случилась. Купила я тут два кальмара, а в одном из них оказалась вот такая огромная рыбина. Живот у нее тоже чем-то набит, или икрой, или тоже, может, рыбу проглотила. Так что вот такими огромными питается кальмар. Вот такая рыба. Слышите, как она щелкает? Щелкает. Эта собака совсем с ума сошла. Не дает нам покоя. В 7 утра уходит. Потом это пришли. Сейчас сюда мокру, может, они пришли. И до 2, до 3 часов дня она лает. С 7 утра она лает. И она все лает. Так же вот щелкает все. Столько времени, и мозг не звенится. Это удивительно. А вы-то как, люди? Такую ситуацию встречались, что с ней делать? Его надо отловить опять и говорить ему. Так что вот такая история собачья. Кальмарами. Посмотрите, она сегодня с утра с 7, потом он пришел. И сейчас опять куда-то ушел, она опять там разрывается. А окна открыты, она вообще реагирует на эти окна. Ну вот такая вот история. Ой, как надоело. Ужас. Вот такая рыбка. Попалась кальмару. Долго ушел бы кальмар такую рыбку. Ну, всего хорошего. До свидания. All the best. Bye-bye.